Христос воскресе, уважаемые братья и сестры. Находимся в городе Килия. Как я говорил, мы поехали с владыкой по Бессарабии. Приехали в очень уютное такое местечко в честь храма святителя Николая. И мы здесь 15 лет назад, абсолютно молодые, красивые выпускники духовной семинарии. Это был наш крайний выезд. Служили, отец Михаил получил двойную награду, и вот уже 15 лет прошло, отец Михаил, как всегда, выглядит хорошо, я уже не очень. Приехали сюда, послужили, очень много людей, как вы видели видео сразу, очень интересный храм, необыкновенный, отец Михаил здесь много трудится, снимая с исторического места, здесь вот на этом таком месточку мы с хором миротворца давали концертик, это была крутая поездка. Жалко, время быстро идет. Это было 2 года назад. Жалко, что война не дает нам функционировать как положено. Вот. Так что такие дела. Надеюсь, что у всех все хорошо. Божьей помощи, на связи. Много дел еще делаем хороших, о которых расскажу. И что хочу сказать про этот храм. Этот храм необыкновенный. Ему уже почти 400 лет. 386, если быть точным. Он построен в земле. И как оказывается, когда здесь стояла Османская ига, они не разрешали возвышаться, естественно, выше мечети. И построили храм в честь святителя Николая в земле. Это напоминание о том, как хорошо, когда ты живешь в свободной стране, в демократической, где ты что хочешь, что и делаешь. Видите, времена меняются, да, методы меняются, но давление на нашу Христову Церковь одинаковое. Поэтому верю в то, что проживем достойно эти времена молитвами святого Николая и всех святых. С вами был жизнерадостный дьяк, абсолютно искусанный весь комарами, потому что Бессарабия — это капец. Вот такие лошади летают, шмалят. Вот. Иду разоблачаться, сейчас будет маленькая трапеза, и едем, потому что вечером всеночное бдение. Кто идет на всеночное бдение в храмы в честь службы святого Николая, жду плюсики, комментарии. Кто, кстати, из Килии, тоже напишите пару. Нужно еще сказать, что сегодня наш дорогой, любимый акерманский герой, дядя Вася Ломаченко, к сожалению, не держал победу. Это спорт, выигрывает всегда сильнейший. Наш дядя Вася много побеждал, много трудился, и верю в то, что еще много чего достигну. Самое главное, что он сказал, что я, вернувшись домой, буду защищать свою страну и защищать Украинскую Православную Церковь. Напоминаю, что дядя Вася Ломаченко — это человек, который часто помогает нашему каналу в помощи людям и перечислял огромные суммы денег на операции людям. И я бесконечно благодарен этому человеку светлому. Напоминаю, что дядя Вася Ломаченко — это единственный человек, который переплывает наш Белгородистровский лиман. Если не лень, загляньте в Google, посмотрите, что это за озеро. Вот, он его называет Ставок, как его папа Анатолий. Дай Боже нашему чемпиону силы, здоровья и нам всем мира, победы, любви, согласия и, конечно же, Божьего благословения на все добрые дела. The future for you. 135, where you are smaller, or 130, what is next for you? Because you are one of the dominant 130-pounders ever. Right now, I wanted to come back home, support my country, support my Ukrainian Orthodox Church. Thank you very much. Vasily Lomachenko takes the crowd's applause tonight.